То ли я устала, то ли надоела бесконечно дифирамбы петь. И любовью умной, зрелой свое сердце в ожидании греть и ходить все время лишь по кругу, освещая добротой пространство, быть для многих просто другом, а в мечтах любимый для контраста. Не судьба, вы скажете, не верю, всяк идущий осилит дорогу, только хочется выть мне под дверью, и тревога, подруга, тревога. В середину порочного круга я попала, того не желая, да устала. Возьми мою руку, она теплая, значит живая. И второе стихотворение рисовала любовь. Рисовала любовь на оконном стекле, робким пальцем при свете лампады. Три унылые тени на голой стене охраняли киот Амфилады. Бросив пост, потянулись брезгливо ко мне с осуждением жаждущей плоти, угрожая расправой на смертном одре за желание, вызов и похоть. Они помнили все, звон певучий монет, разудалую жизнь, эпиграммы, щедрость в ласках, со стоном протяжным минет, виски выпиты с точностью в граммах, не желая услышать меня и понять. Эти скромные с виду святоши поливали дерьмом, как последнюю блядь, предлагавшую тело прохожим. А любовь не вступила в ночной диалог, оставаясь наброском стекольным, молчаливым, ущербным, нашедшим предлог созерцать этот вызов крамольный. Спасибо.